Сапият Ибрагимовна, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Нам очень приятно увидеться с вами вот так, вживую, поговорить. И также мы хотели, очень даже рады за награду, поблагодарить вас, уважаемый наш президент, за то, что эта награда не только для нашей семьи, это награда для всего Дагестана, для нашего народа. Мы очень рады, конечно. Для нас это честь большая. В такую трудную для нас время нашли возможность вот так пообщаться. И хотела бы сказать еще слова благодарности за счет того, что вы отправили к нам специалистов на помощь нашим людям, врачей, МЧС, военных. Спасибо вам большое за все. И им за их труд. У нас особенно большое уважение к старикам, а им, конечно, тяжелее всех в это время. Хочу сказать вам слова благодарности от всего дагестанского народа, что вы никогда не забываете многодетных семей, детей. Хочу сказать, будьте здоровы все, вся Россия. Спасибо. Вот. Кубран Алиевич, Сапият Ибрагимовна, а вы, у вас-то как в вашем населенном пункте, в вашем селе, как с этим коронавирусом обстоят дела? Очень тяжело, конечно, но мы старались не выходить, держать здоровы. Все здоровы у нас. Здоровье детей важно. Как там медицинские службы ваши работают? Кто-то там появился, может быть, в вашем селе появлялся уже из тех, кого я послал в Дагестан? Военные медики там или МЧС, специалисты из различных министерств ведомств? Специалисты. Лекарства, все. Специалисты, конечно, помогают. Все хорошо. Ну, слава Богу. Ладно. Вам всего самого доброго. Я уверен, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь, 100%. И во всем Дагестане все будет нормально. Все восстановится. Как я уже говорил, напрямую общаясь с руководством республики, мы все сделаем для того, чтобы ситуация в Дагестане выровнялась, так же, как и в других субъектах, где пока есть еще проблемы. Вам, вашей семье и всем дагестанцам всего самого доброго. Обнимаю вас. Спасибо большое.